Так, Сатурн, 17 июля 2021 год, Харьков, 2.42 по Киеву. И до Сатурна 1 миллиард 342 миллиона километров. Сколько двоек у нас получилось. Какая красота. Настройки светочувствительности минимальные. Выдержка 1 к 30. ISO 125. А ну сейчас я буду резкость искать. Там без толку. Ну, в общем-то, где-то так. Пошли сейчас к Юпитеру еще. Это дубль второй. В первом дубле у нас получился пролет Международной космической станции МКС в половине углового градуса левее Юпитера. Вот Юпитер. Но так как мне хотелось снять спутники Юпитера, я снимал МКС Юпитер на завышенной светочувствительности. ISO было 1600. Дабы увидеть Галилеевые спутники. Это второй дубль я посвящаю тому, чтобы попытаться полосы Юпитера экваториальные снять, принеся в жертву Галилеевы спутники. Ну, хотя я смотрю, что может даже получится и спутники запечатлеть. Сейчас. Ой, какой он огромный. Ты посмотри, как он близко подошел. 625 миллионов километров до нашего красавца. Ёлки-моталки. Вот тебе экваториальная полоса, вот тебе слева первый спутник идет Ио, потом Европа, потом Ганимед, Каллисто сейчас правее Юпитера. Ничего себе он! Как я давно не снимал Юпитер, как близко он подошел, вот это да! Вот это да! Эй, а ну сейчас попробую резкость. Ох ты, ёлки-моталки. Ничего к себе. Да он просто огромный. Вот это номер. Ха, вот это я вышел. МКС поснимать. Какой кошмар. Слушай, он поднимается, что ли? До сих пор восходящий. Ух ты, ёлки-моталки. Так, а ну-ка. Вот это номер. Боже, какая прелесть!
Ух, я не знаю, как это будет на экране, на мониторе выглядеть. Но в окуляре это просто феерия. И полосы Юпитера, и спутники Галилеева. Ну, сейчас я попробую, наверное, выдержку сменить. Слушайте, какая красота. Так, сейчас меняю выдержку. Я... сильно извиняюсь. Надо посмотреть, вот насколько полосы контрастнее выглядят. Но зато спутники Юпитера исчезли практически. Недостаточно светочувствительности. А ну сейчас резкость попробую. Все, ничего не трогаю. Я сейчас трону, потому как опять он вверх ползет. Я ориентируюсь на Сатурн. Закладываю подъем вверх. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты посмотри, как все хорошо. Какой там МКС. Слушай, а когда, интересно, он ближе всего подойдет? Ну вот, я увеличил выдержку. Пошли, может, Калиста увидим. Так он даже в кадр не поместится. Надо уменьшать, наверное, зумирование. А, нет, не вижу я Калиста. Ну, в общем-то... я был готов принести в жертву все галилеевые спутники ради полосы Юпитера. А тут у нас видно и полосы, и спутники. Да. Одним колесом... о, ветерок, ай. Наверное, все-таки. Ну что, и небо у нас благоволит. Ой, плохо с резкостью. Да, ну, наверное, облачка уже нет возможности навестись. Резкость найти. Вот это, к сожалению, наверное, все, что мы имеем. Сейчас оставлю один проход Юпитера через кадр. И на том дубле завершим. Да, видишь, ветер. Ну ничего. Я, в общем-то, благодарен за снятое. 2.51 по Киеву в Харькове. 17 июля 2021 год. Это шикарно.